Всем привет, друзья, с вами Вадим Дакахаус, мы играем в ЛТД от Озгейма. Почему-то какой-то товарищ, ему не хватало обычных ЛТД, он сказал, что ну срочно надо заказать ЛТД от Озгейма. Я, по-моему, в него никогда не играл вообще, и я позвал Задрота во все карты, ну ладно, во все карты, кроме всех, ладно, короче, Задрота в ЛТД инсерта, который в будущем, вы это услышите в будущем, он будет учить нас играть в Ириновское ЛТД. Я как бы прогнозирую будущее, предугадываю. Вот. А сейчас он учит нас играть в Озгеймовское ЛТД. Да? Ну, как учит? Вы сами играете, и все зашибись. Мы играем на самом деле против нас играет вот Тыка, он админ Озгейма, и очень хороший игрок. Он лучше меня играет в эту карту. То есть нам Нубаса какого-то отсыпали? Да, меня Нубаса, да. Да. Но Инсерт хорошо играл в Blacksmith TD, он показал как бы новую волну в Blacksmith. Я что-то в начале такого бреда наговорил, надеялся, кто-то меня перебьет и что-то скажет. Но нет, пришлось мне же завершать начатое собой. То есть Озгеймовская версия ЛТД. То есть, ну, ЛТД давно уже разделилась на кучу версий. Есть вообще Hellhound, есть какие-то наркоманские версии с пиратами и разбойниками. Шлем по КД. Да. Есть Ириновская версия, в которой многие играют на Ирине, а есть отдельная площадка, где тоже играет Варик, это Озгейм, и у них есть... Ой, блин, точку сбора никто поставил. И у них есть своя ЛТД. Чем она отличается, в первую очередь? Короче, Ириновская версия... Вообще, изначально была Озовская версия, и из нее вышла Ириновская, да? Каким образом? То есть в Ирине сказали, давайте сделаем игру проще, чтобы люди больше... Ну, вот обычный человек мог играть, вот, зашел и смог играть. Чем отличается Озовская версия? Тем, что тут очень много юнитов просто слабых. То есть мы вот в будущем... В будущем вы увидите, когда Ириновскую версию на видео, там почти любой юнит, он рабочий, да? И там чем угодно можно плюс-минус строить. Это правильно, когда есть баланс, это хорошо. Да, а здесь нету очень сильных юнитов. Здесь есть нормальные и плохие. Ну я вот варлоков построил на будущее. Бравлер норм здесь? Продай варлока, точно продай, пожалуйста. Точно его продай. Лучше виспов. Бравлер. А вот на фиоле нужно просто апать клетку и чемпа. Бравлера не надо. А чемпа мне слать? Да. Я не успеваю тоже совсем. И вот, короче. И все, здесь просто версия такая, что ее. Она просто сложнее. Просто. Ну, сложнее, я так понял, она в том, что надо знать, что имба. Нет, точнее, что не отстой. Вот. Да. Если в Ирине желательно знать, что имба, то здесь надо знать, что не отстой. Почему ты хейтишь варлоков? А потому что, вот смотри, в начале до четвертой волны ни ауры. Ни какие-то дебафы не нужны. Тебе просто нужны юниты, эффективно убивающие волны. Да? Коим варлок не является. Я, кстати, зря чемпанул. Ну, поверил в себя. Ты уже второй раз течешь. Наш эксперт течет два раза. Течешь, там было с чемпом, я протек на два мапа. Не страшно. У нас будет дополнительная голда. Да. Я помню, в будущем у меня было видение, что когда мы будем играть в версии от Ириды, и ты будешь течь, ты говоришь, что ты вливаешь в нас золото. О, это во второй было игре, да, все правильно. Да. Не было, а будет вообще-то. Будет. Не путай, пожалуйста. А какие здесь сильные волны? Сильные. А тут нет слабых практически. Слабая 14-я, 15-я. 10-я слабее, чем на Ирине. Имеет смысл огры строить? Нет, апаешь клетку и все. Три клетки, типа все тащишь? А можешь крабика поставить, Т3 одного. Крабика? Блин. 1250 да, хп. Т3, он очень классный. Прям классный. За свою голду. Ну ладно. И меня что бесит в Ириновской версии, что там крайний юнит, он почему-то резко вперед выходит. Я не понимаю, он как-то по стенке скользит. Блин, я задумался. У меня там виспы на без остановки идут, я сейчас буду сливать, короче. А, ты будешь переливать в нас золото, да? Я не специально, на самом деле, я заболтался тут. У тебя 400 голды, по-моему, было в какой-то момент, или я не туда посмотрел? Не, у меня не было, значит. Ага, конечно. Ну все, чемпа на...
красным. А где там чемп? А где чемп? Там же, в этой вот, видишь, над главой. Ой, я анархию случайно улучшил. Я не успел. Ну да, надо вот чемпа. Короче. Надо, да. Раньше, чем за секунду до конца волшебника. Да, мы же болтаем, что-то. Мы непринужденно беседуем. Да, ну посмотрим. Интересно, очень много версий ЛТД, прям вообще. Блин, хотелось бы, чтобы все создатели ЛТД, как создатели Доты, объединились под чьим-то контролем и сделали супер-мега-версию ЛТД. Возможно, на такую претендует ЛТД 2, которая есть в Стиме, которую я играл еще на бете. Но я, если честно, не понимаю, зачем она нужна. Зачем-то. Ну, она же вроде как от оригинального автора, нет? Да может быть... Не знаю даже. Она... Ну, может, его позвали просто как бы для имени? Или прям он... Блин, я втекаю! Я не знаю, я предполагаю просто. А, ты вообще предполагаешь? Песок, аналитик вообще. Не, ну... Ничего страшного, даже если ты втечешь, пофигу вообще. Ну да, кто бы говорил. Да нет, у тебя главное лес. Главное лес. Эксперт по отбиванию волн. Не, ну, кстати, у меня все четенько, все нормально. Да, у тебя один из лучших стартов у тебя. Смотри, тебе на следующий надо апнуть клетку, апнуть крабика, больше ничего не нужно. А Lord of Death не имба, хочешь сказать? Нет, не имба. Тебе нужно 340 голды ровно. А зачем тогда их построил, если они не имба? Крабик 140 или 145, я не помню. Улучшается крабик? Да, надо улучшить. Ты в каждой версии помнишь, сколько улучшается крабик? Пипец ты вообще. Я не помню, я примерно вспоминаю. По-моему, в обеих версиях одинаково. Конечно. Так, ну что-то они тоже втекают. Но то, что втекают, это хорошо, потому что больше успеваем наинкомить. Ну, то есть для всех даже хорошо, да. Потому что вряд ли они сейчас там огребут, втекут на короля и так далее. Блин, а мне никто не советует. Приходится вот. Что, замедляющее дерево строить? Нет. Апнуть четвертую клетку и все. А дерево? Нет. Пипец ты, конечно, этот, ничего, вообще ничего не разрешает мне, человек. Просто пипец, на хлебе и в воде держит. Варлока построить за 60 голды, почти полтинник атаки, в будущем 120 атаки минус армор. Такой, не этот... Посмотри, зато ты 8-5, вон 9 делаешь, ты 9-5. А у тебя вон 10-3 вообще. А у меня это меньше. А, ну да, кстати. Не, ну 10-3 вообще делать, это большая ошибка на самом деле. Не то, что большая ошибка, у меня просто ресурсов не хватало, житек. Я плохо стартанул. Нет, я имею в виду, для что дерево надо ведь. 9-4 намного лучше, чем 10-3. Да, но у меня нету лишних 90 голды, чтобы сделать. Потому что ты катапульты шлешь, да? А катапульты шлешь, потому что ты течешь, а течешь, потому что нубас. Одинаково там все. По голде-то вы что? Да. Не, ну что, я отбиваю этих кабанов, они толпятся. Они тупят? Дерево нажимай, Вадим, тебе нужно 10-7 сделать сейчас. 10-7? Окей. Да, но уже виспата стоит построить с 5 грейдами. Я все равно делал грейд. Грейд просто еще, по крайней мере, в старых версиях ЛТД, он делался быстрее, чем строился висп. Здесь решили выровнять? Здесь так же. Ну, в смысле, так же, как в старых. Ага, окей. Ну да, менять это вообще было бы странно. Вот, я сейчас понял, я скажу, что надо построить капитана, вдруг он в лейте не выпадет, и он очень сильно... Нет, сейчас уже можно строить. Спасибо тебе большое. Разрешил. Так, а получается... Одного. Блин, недолго я радовался. А их команда, получается, будет тащить вот на этом, на желтом, да? Ну, типа, желтый всех. Ну, будет что-то подсказывать, да. А что, подскажи Димасику, он страдает. Что страдает? Все кайфуют, он же в ЛТ-шку зашел. Че, я поставил медведей и этих птичек, и все. Все, у него птичек. Такой же старт, как у тебя практически. У него все здорово. А, ну да, что ему советовать, если у него тоже пришли птички? И он птички имба на 4. Ну, вообще хороший старт очень. Но они сейчас уже не справляются. Не, эту волну они все съедят. Ну, я надеюсь. Ну, иллюзии, манны копятся дальше, может, еще иллюзии. Вадим, можешь восьмой грейд делать. О-о-о. А ты только седьмой. Да, можешь восьмой делать, свободно. Аля, вообще. Да, ну потому это что очень, нужно... очень много. Меня лидер нашей команды, синий, переливает много дерева, много золота. Переливает. Почему вот раньше, вот на самом деле, чему ты лучше всего научил нас в ЛТД, это когда ты течешь,
говорить, что я не теку, я переливаю у вас золото. Это главный навык в ЛТД. Мы этому умели уже очень много лет. И не только в ЛТД. Там нужно течь еще так, чтобы вот у тебя вот ламба было ну прям дофига. Только тогда течь это хорошо. Я помню еще в доисторические какие-то года, вообще в доисторические, типа 2000, там, не знаю, 8-й, 10-й, я не знаю, когда я играл в ЛТД первые разы, у меня была стратегия, что типа до 6-й отбиваешься еле-еле вот релевыми, а потом все продаешь, это еще X1 была ЛТД, потом все продаешь и чисто инкомишь. Это вообще были стратегии. Ну, тогда это было инновацией, потому что, ну, тогда просто все струны... Пятый тебе нельзя, наверное, пока что. Ты иначе ничего не построишь. Типа, про теку думаешь? Ну, да. Ладно. Ну, да, давай сейчас... ты поставишь одну клетку неапнутую, и Т3. Ну, одного. Сейчас, конечно, клетка на пятой волне неапнутая. Очень уверенно себя будет действовать. Да, пускай, но потом ничего не придет просто. Так, и капитана. Одного капитанчика. Окей, окей. Да, у меня никогда денег. Ничего не строить, типа? Так, подожди. Фил. Я смотрю. Да у тебя все хорошо, ты можешь дальше дерево делать. Ну ок. Вот а что в делать? Плане ты, наверное, втечешь. Капитан? Но втечешь слегка. Капитан? Это лучше, чем что-то построить. Клетку. Можно клетку улучшить. А, нельзя. Не хватает денег. Не-не-не, составь дерево, не трать лишнее. Ну, в смысле, не трать лишнюю голду, это все. Да птица имба, я построю еще клетку. Я не могу тебя сюда слушать, а то что это такое? Я же тут. Если бы я тебя сюда слушал, ты... я бы тек, как ты, и мы проиграли уже. Все верно. Так что. Блин, тут мод такой длинный, пипец. Я помню, это АП, ГГ. О, минус. Нет, плюс, ладно. Прах, ЦХСММММ, ХГГГ, ЦБ, ЦЦ, ЕКУ. Интересно. Потом, чтобы не подстраивались в кросс, чтобы там юнитов нельзя было ставить, чтобы еще там всякая фигня, короче. Они катапульты массово шлют, кстати. Я думал, мы щадим друг друга. Так, катапульты — это на самом деле щадение. Щадение? Смотри, ты как салат убиваешь. Не, ну я-то отбиваюсь, потому что я грейд не сделал. Ну да, потому что и так 10-8, это уже очень много. Типа, куда... Ну, можешь сейчас... один грейд сделать, да? Ну, да, да, да. Но сейчас потому что очень долго. Сейчас кто-то втечет, потом будем отбиваться, потом наши птицы там побегут вперед, потом назад тпшнутся, и вот это все же время мы будем собирать дерево. Прям найс. Версия Озгейма у меня больше грейдов. Версия Озгейма лучшая получается. У меня очень объективная. У тебя очень крутой старт еще к этому. То есть это один из лучших стартов на Озе примерно. В смысле, клетки самая имба, что ли? Ну, именно для старта. Не для того, чтобы все дефать, а для того, чтобы стартовать. Песок, а ты пишешь диплом? Чего ты там пишешь? Что ж месяц? Диплом — это же типа неделька. Ну, в том-то и дело, что я его пишу вот так вот. Серьезно? Вот у меня неделька останется, вот тогда я, видимо... Так а что ты тогда такой, типа, я не пойду с вами? Ну, хотя потому, ты здесь, с другой стороны. Вот, да. Я не очень... четко следую своим принципам. Ну, про твою ответственность говорит, что ты отказывался вначале идти с нами играть. Это уже фиол немало. Ставишь фиол тролля апнутого, и все. А я ауткаста ставлю, да? И он панкует все. Нет, ты просто клеткой апешь, и все. Тебе ауткаст не нужен. Да? Да. У меня еще голда остается. Нажми, а 10 играет. Не хватает денег. А, продай ауткаста. Ты думаешь, я так отобьюсь? Я просто на големах еле-еле? Ты отобьешься. А, ну скоро 10-е, надо строить трайпсмена, я понял. Хорошо, что ты сказал. Кого строить? Трайпсмен. А, не, забудь, продай. Почему? Он слабый? Слишком рано. Фу, блин. Ну, еще только 6-я будет, как бы, до 10-й еще. Ну ладно. По грейдам 10-10 хватит, да, больше не делать? Ну, наверное, да, не надо больше. Смотрю. Как вы диплом за недельку делаете? В смысле, я парсер чертов клепал, не знаю, месяц, не говоря уже о теории. Там, ну, это зависит от того, когда ты его начнешь. Если ты его начнешь за неделю до сдачи, то ты за неделю его сделаешь. У тебя варианта нет, у тебя есть дедлайн, как бы, да? Не, ну у тебя реально полезная прога была диплом, а у меня просто какая-то непонятная штука. Никому, благо на кафедре. Я смотрел прошлогодние дипломы всякие, у нас там только такие и есть.
Мне просто, смотрите, если кто-то когда-то будет защищать диплом, вполне вероятно, что кто-то из подписчиков будет это делать. Просто выбирайте тему, в которой никто на вашей кафедре желательно не шарит. Поэтому, ну, то, у меня на кафедре все были по радиолокации спецами в разных ее применениях, вплоть до в кардиологии, на кардиограммах, в шуме находить ну, какие-то маленькие моменты в ритмах сердца. А диплом у меня был по гидроакустике, и вообще никто не шарил в этой теме. Вадим, шли дерево, дерево шли, Вадим. Ну вот я не уверен, я не слышал ни одной истории, что кто-то не защитил диплом, если он его сделал и типа, ну, неоткровенно украл где-то. Все всегда защищали. Ну да. Поэтому, ну, типа, главное что-то сделать самому. Ну и если сказать, что она еще использует, полезная. Седьмая сильная, Вадим. Да нормально все будет. Вадим, седьмая сильная, отмени, пожалуйста, грейд. А, подожди, у меня спортсмены, у них есть щит, нет? Ты уже 11 делаешь, ты же понимаешь, что да, это много. Да, я понимаю, так я должен доказать, что версия Озгеймовская самая лучшая. Здесь очень нет, нет, мы просто играем сейчас еще в френдли лобби, да? Да, ну, типа, да, да. Если да. оно будет не френдли, ты... Так мы играем в френдли лобби, потому что не френдли лобби обычно заканчиваются же там на 7-й, на 4-й волне, и это вообще... Не, не настолько, но... Ну, но у тебя бы было максимум 10-8, да. Не, конечно, конечно, если, блин, копить к определенной волне, играть на пробои, там игры по 6 минут, офигенно интересно. У меня даже на канале что-то такое есть, доисторическое. А не, сейчас не так. Сейчас средняя игра 30 минут, это 10-я. Но очень часто 10 не заканчивается, потому что всегда дефают практически, даже на среднем уровне. И средняя игра идет 55 до 19 волны, короче, в среднем. Ну, задроты раньше играли 1 на 1, конечно, когда ты играешь в команде, то ситуация выравнивается немного, то есть кто-то втек, кто-то не втек. Ну, в общем, да. А что мне построить, чтобы с наглым 11 грейдом не втечь? Ливнуть. Апой, капитана, не знаю. А пиви капитана... О, пиви 1300 хп! Ё-моё. Так, ну капитана точно надо апнуть. Окей. Пиви 1300 хп. Вообще халява. Блин, у меня еще денег дофига. Хорошо, что я грейд сделал. Может, птичку одну сделать или как? Ну, ты быстрее думай. Просто апни, что есть. Не надо много. Ну, вот так, ладно, пойдет. Блин, у меня денег не хватает на одного. Ничего страшного. Вот, успел. Босса главное не вызывать. А, пока это же не стоит. Ну да, учитывая, что у меня 10-11. Ну все, сейчас я думаю, что очень жестко протекут. Вполне вероятно, что враги дойдут до короля. Вполне вероятно. И тогда мой грейд вообще скажет мне спасибо. Блин, а ну, я стараюсь, чтобы твой грейд окупался. Я играю командно. Песок отвечает, да, за протечки. Блин, что-то Феникс из Sphere of Darkness по атаке слабее, чем Феникс. У них же атака от маны. А у них еще атака от маны? Раньше у них просто мана щит был. У фениксов. А, у фениксов. А, ну да, что-то такое есть. Ну, видимо, да, их надо улучшать. О, у меня айстроли пришли. У меня куча аур пришло. Офигеть. Что, 12-й грейд получается делать инсер, да? Ну, только это будет последний твой. Смотрите, а как изи продавил. А сколько тут вообще грейдов? Нет, 12-й на 7-й еще ладно. Просто френдли лобби, окей. Но в среднем... То есть дальше 12-го уже не окупится точно. Блин, а я протекаю. Ну ты чуть-чуть протечешь, это нормально. Ага. Я вообще еле-еле, тютелька в тютельку. Надо было на самом деле, если бы я не Феникса построил, а вот этих вот ребяток пиви улучшенных, то было бы, наверное, лучше. Охренеть тебя, тютелька в тютельку. Две птицы и великан. Ну вот так, такие вот у меня тютельки. Такие тютельки, да? Что ты осуждаешь человека за его, этот, по тютелькам, что ли, оцениваешь людей? Да если у него тютелька, как треть моего не тютелька. Хорошо, что есть контекст у вашего обсуждения. Так вот, продолжая про диплом, на самом деле, просто когда никто не шарит в теме твоего обсуждения, кто-то что-то задаст какой-то вопрос или что-то, ну, и, скорее всего, будет выглядеть полным дураком. И после этого, ну, вот как раз... Апайте кинга, пожалуйста, господа. Кто-то из молодых преподов что-то сказал, ну, какой-то вопрос задал, вопрос уточнения, и... Но это у тебя откуда информация такая? На каком опыте? На моем. На моем. Ну, потому что ты только защищал тему, которую никто не знает. Так это, ну, так в процессе выбора темы, если ты... Если, может, универ не совсем твой, или ты не совсем хочешь как-то...
париться. Ну, просто разные бывают ситуации. Может быть, ты поступил в универ, проучился там 4 там, или 6 лет, и понимаешь, что, ну, блин, ну не твои вообще. Так, Инсер, что делать? Что делать? Надо этого 6 июня. Троллей продать. Троллей продать? Айс троллей, да. Ты чё? Ну, ладно, я главное озвучил это. Не-не-не, а как, вот, куда основные деньги мне тратить-то? Ну, если нечего строить, ничего не строишь. Продаешь троллей, апаешь Феникса, все. Если так хочешь сильно потратить куда-то. А хочешь сказать, ауры здесь слабые? Ауры не слабые, но вот эти ауры слабые. Да? Блин. Ну, типа, а что они делают? Они отражают урон миличных юнитов по кому-то, да? Да. Это очень, ну, маленькая билка просто все. Ну, так оно и стоит там, чё. Они никто не строит, просто, просто и все. Ну, я главное, что я улучшил футменов сейчас, и футмены со средней броней должны танковать. Ну, плюс сами птички тоже средняя броня, поэтому в целом должно птички быть. Птички очень хороши на восьмую, да. Ну да, то есть они, она не по всем-то одинаково хорошо наносит, но получают они меньше на этой волне. Не, ну, конечно, мне вампиризм сейчас не супер нужен, и к волне стреляющих... Не, возможно, ты прав, что, блин, что-то меня вообще как-то обижают. Хотя я построился почти на фул. Ну, у тебя просто много ненужных юнитов. Я прям без тютелек остался на этой волне. Мы что-то все тут дохнем. Надо грейды делать. Ну, наш профессионал сейчас отобьет все. Что я отобью? У меня куча неопытных юнитов. Профессионал тек все волны. Ладно, дайте только кинга мне. Атаку больше не апайте. 10 атаки достаточно. Окей, ну сейчас будет долгая волна, и мои 12 грейдов будут окупаться. Да. Либо они уже с концами. Я бы не был так уверен. Ну да, либо... Не-не, если бы Вадим не построил вообще аур, а построил бы юнитов... Ты говорил, вообще ничего не строй. Ты сказал, что если тебе не нравится юнит, ты ничего не строй. Так ну что, да, ну и ауры эти тоже не ну, слабые. Ну ауры, вряд ли, знаешь, эти ауры в спину моих гасили. Типа, мы слабые юниты, на тебе, птицы. А тебе возвратку давали. Да, да, да. Причем от РСЖ они от милишников. Так и было. Гайды от инсерта. Не, ну реально, вот в Блэксмите прям было круто. Здесь, конечно, так. Не, на самом деле я сказал апнуть Феникса, я это не сделал. Не уверен, что мне бы этого хватило, но на самом деле... Это бы был юнит, который что-то бы делал относительно твоих 4 аур, которые тебе... У тебя даже миличных юнитов почти нет, которые наносят урон. Ну, мы привыкли как играть, что типа... Юниты, которые наносят урон, если это возвратка. Не-не-не. Возвратка на оранже не действует. А что ты за ауру построил? Я он построил вампиризм и возврат. Два вампиризма. А. Ну, будем честны, моя возвратка в сумме стоила 160 голды. Из моих 3900. И еще там вампиризм 140 плюс 100 с чем-то. Это как раз был бы апнутый Феникс, который бы ты точно дефнул. Ну, тоже бы не хотел. Нет, но на самом деле тема в том, что просто надо где-то 4200 value, чтобы дефнуть. Да нет, 3900 ты бы дефнул со своим пиком, у тебя очень хорошего. А. Не, ну, либо надо было бы, наверное... А что делать, реген грейдить уже? А, все уже реген, максимум. А все, уже расслабьтесь. Ну, можете атаку апать просто. Но это бесполезно. Он всегда с 2000 убивает, не будет ваншота. А-а-а. Чему? Давайте, качайте. Я просто не помню, я ни разу не качал на 8-ю фулл атаку. По-моему, 25-й фулл, нет? А. Ну, смотрим. Вообще, на самом деле, надо было тележки мне строить на будущее, потому что птицы, я они... Хочу ваншотать, будет или нет? Не ваншотать, смотрите, все равно, нет разницы. Я думаю, что разброс есть же все-таки у него, 114-124. Все равно, ни одного ваншота не было еще. Да? Да. Если он прямо постарается. 10-го грейда на 8-ю волну достаточно, чтобы убивать с 2 ударов. Сделайте 31-й грейд, будет убивать. Офигеть, конечно. А они вообще не протекли, лол. Да ладно, протечки для нас это хорошо, потому что да, игра да. Затягивается. Ну, тех, у кого 10-12, да. Да, все равно сколько. Ну, реально, мне не хватило. Либо, чтобы вот мои 3900 в Луе были чисто птицами, потому что Sear of Darkness какой-то вообще никакой. Он чуть лучше танкует, чем птицы, и то не факт, потому что у птиц-то есть иллюзии. А дамажит меньше. И тем более у него Magic Attack, то есть, ну, типа, по тяжелой броне он, конечно, хорошо дамажит. Так вообще беда какая-то. А чё сейчас вообще, как тема к диплому? Ты сам выбираешь обычно или тебе прям принудительно назначают? Ну ты сам выбираешь, а если как бы тебе лень, тебе принудительно назначат.
Ну, по крайней мере, у нас. Не, ну реально, вот тема, мне кажется, это лайфхак. То есть у нас на кафедре был один человек, шарящий в гидроакустике. И я выбрал его руководителем, естественно, он не стал своего же студента топить на защите. Все было хорошо, изи пятерка. Хотя чувствовал ее немного незаслуженно, конечно. Потому что были ребята, которые реально что-то там намутили, серьезное. Но как-то сама тема не понравилась преподам, им тройки поставили вообще. Да и чё? Ну и чё, оценка от диплома, блин, пипец. Да. На работу не возьмут. Да я даже даже бакалаврский диплом до сих пор в универе не забрал. Наверное, его уже там утилизировали. Магистрский дали, и типа и нормально. Явно же, что если у меня есть магистрский диплом, где-то... Ну непонятно, может у тебя бакалавр там в кухонных науках каких-то. Кухонных, ну тоже неплохо. Выглядит, как будто мы хил теряем. Ну да. Ну блин, неудивительно, мы на 200 крипов протекли там, или 400, поэтому... Стакайте мобов, короче. В смысле, а чё, зачем? Чтобы они атаку отменяли. Ой, будем мага-абузить сейчас. Да, еще. Да вообще пипец. Учит нас плохому. А хил тут автоматом? Да, да. А, ну все, это по-любому хил, и все, больше ничего. Да, конечно, хил, ё-моё. Кидайте. Вот чуть-чуть не хватило. 69 мобов на чутка. Тютельки, я бы сказал. Это все то, что тютельки неправильные. Лом вообще, типа, качать дарк на эту волну, там, роял, не очень хочет. Ну а почему? Типа из-за того, что ты просядешь по инкому из-за этого? Это тоже. Сейчас, кстати, хоть и волна зомби, типа, легкая, но мы столько нашлем, что я думаю, что возможны проблемы у всех. Вот сразу видно френдли, ребят. Я и... кто еще? Ну, и песок, получается. Мы шлем там черепах всяких и так далее. И тут в основном... И тут фиолетовые катапульты и синие. Я катапульты тоже на всю шлю. Тоже шлешь? Ну, я тоже... Да у меня, потому что иначе френдливает. Некуда девать. Нифига, что у тебя 10-100, что ли? Ну, я просто не часто нажимаю туда. А-а-а, вот такой секрет. Хорошая игра. Не, надо было дарк качать. Или лоройл к этой волне. Было бы смешно. А я помню, мы в какую-то версию играли с... не помню, блин. С каким-то канадским варкрафтерским блогером. Я уже не помню, как его зовут. И там мы к пятой качали все. Это какая-то рефорждовская версия была. Там вообще инком бешеный. И мы, по-моему, чуть ли не кабанов с презенсом отбивали. А, вот интересно, сколько мы за эту волну инкома получили? Достаточно много. Кто может перемотать, там будет интересно. Ну, получается, вот один мой грейд, это где-то 75 инкома. Уже на текущий момент. По крайней мере, по отношению к песку. Это так называемая игра в бомжа. Нам сейчас тоже прилетит просто до послезавтра. Так что готовьтесь морально. Ну, я Феникса, видимо, улучшаю. Может, получше будет. Феникса улучшай. Можешь тролля одного так и быть уже улучшать. Ставь Т6 и Т5. Фермы грейдить не забываем. Ой-ё. Тут фермы долго, да, грейдить. А кого лучше улучшить, Халфбреда, половинку хлеба или Грифона? Грифона в данном случае. Да, он хорошо будет стрелять. Просто Халфбред, конечно, всем армор дает. Но, в принципе, у меня тут, наверное, ребята и так будут хорошо жить, потому что достаточно много хорошего фокуса. Зомби. Блин, я правда медицинмена не построил из плохого. Все-таки... Дерево не докидывайте больше. Вдруг мы будем дарк качать сейчас. Офигеть, у нас площадочка, конечно, заполнена. Дичь какая. Ну, слушайте, ну с такими затяжками, может быть, до 20-го дойдем. То есть, наоборот, хорошо. Ну, с этой точки зрения, да. Смотри, мне Вич-доктор пришел. Это нормально? Или тоже скажешь, отстойный юнит? Вич-доктор нормальный. Mm-hmm. Но больше тебе мне нравится, тебе нужно продать краба и поставить 5 апнутых. Сколько хватит? Кони! Мото послали! Кони, ты топ-1 танк здесь, в этой версии. Чего? Топ-1 там делит с некоторыми. А типа что надо сделать там коню, чтобы он хорошо танковал? У него блок урона. Редина, ну ладно, я отправлю.
Неужели это момент, когда будет Shadow Storm орать на Женю, а не наоборот? Мы Shadow Storm предусмотрительно отселили в другую команду, так что... Пожертвовали Женей. Пожертвовали Женей. Да, мне кажется, им нравится. Не знаю. Так, ну Insert продолжает переливать в нас золото, получается. Ну, он затягивает. Ну, я тоже. Я еще лучше затягиваю, смотри. Песок вообще красавчик. Если ты сейчас еще псов там не, ну у тебя маны, конечно, нет, жалко. Так, получается, пока... А, так презенс надо качать, наверное. Не посылать же. Не надо презенс. Мы будем арену кидать. А, на арену как-то ок. А, в этих же версиях за арену что-то нормально дается. Это не старая версия ЛТД, где 100 голды за арену давали. Это вообще красота, конечно. Тут очень быстро надо достраиваться между 10-й и ареной. Там дается мало времени, там 20-30 секунд. И вам нужно, вот пока идет 10-я волна, придумать, что вы построите, подготовить вам фермы и очень быстро построиться. На какую? На 11-ю? Ну, между 10-й и ареной, на арену. А типа грейды вообще уже, хочешь сказать, не имеет смысла делать, да? Да, все. Даже вот. Если игра будет до 20-й? Все равно уже, все. Ты 12, это уже за глаза, ты все. Человек обозначил. Мы 11 сделали, мне такое, я на 10-м останавливаюсь, я раньше всех сделал. Так надо не слушать просто его, в смысле. Признали меня. Так я ему ничего не говорил, вообще-то. Я спрашивал, мне на 10-м... Говорит, ничего не говорил. Да, вообще. Нет, ну у нас 8-я просто затянулась настолько, у нас инки очень большие, очень большие. Ну так в этом и план. Ну понятно, что это план. Ну как бы понятно, что если бы мы серьезно играли, у нас не было бы таких протечек. Да. Да походу это сейчас еще строится, бесит. Или они всегда так долго строились? Ну они всегда так долго строились, это на Ирине они быстро строились. Привыкли уже к хорошему. Просто раньше в старых версиях, еще перед началом волны, у тебя можно было тыкнуть так хоба и... Ой, блин, не хватает что-то голды. А, копеечки не хватает. Ну ладно. Реально кони такие, что ли, синие, сильные? А, у него есть блок урона. Крит и 60 урона блок. Ну нормально. Ну, правда, крит только по Fortify. Чем дальше, правда, тем уже это не так круто. Ну, учитывая, когда танковки особенно нету, то нормально. Уже можно засылать, правильно? Ну да, без демона только. А, почему? Ладно, почему? Уже поздно. А почему без демона? Ну, потому что он только руинит арену, они забегают в лоу-граунд. У него... Блин, я втек, офигеть! Ну, у тебя нету юнитов, которые дефают эту волну. Я, видишь, 6-100, но не втек, просто это юнит, это не ты решил. То есть у тебя довольно много, ну, бесполезных юнитов. Так мне бзивсов строить. Или ты хочешь сказать, что эти мои 400 валуе, да? Смотри, кольтов поставь штук 15. Просто распредели 15 кольтов по всему полю. Окей. То есть слева направо прям ряд. А зачем? Фигак. А они замедляют, очень крутой дебаф делают. Блин, так мне надо было просто зивсов строить, если они тут тоже сильные. А у тебя были зивсы? Да. Ну, надо, а я не видел. Я не все время смотрю просто. Mm-hmm. Тоже кайфую же. Кайфуешь. Ну ладно, кайфуешь и переливаешь, да? Блин, ну пипец, я реально 6-100 и отбивается. Ну я понимаю, грешен, я построил там на 400 валуе ау. Не, если у тебя когда-то там на 9-ю пришли зевсы, ты не поставил, да, извини, я не заметил. Я думаю, просто да, если ты молчишь, то типа ладно. Так, кольтов, блин. Можешь даже 20 их там, потом дапаешь. Они очень хороши. Блин, а мне что-то не особо есть что построить, кроме вертолета. Ну, вертолет ставишь, дапываешь, если что-то там еще есть. Оп. Ну я всех кольтов на все деньги увижу. Что-то досыл, да, досыл. Ой, досыл, точно. Да, хорошо. Ну сейчас у нас пипец будет арена, конечно, мощная. А у них есть демона? Там вот такие 11-ка. Жесть, задрот. Ой, ну у нас трейдов намного больше, кстати. Он в соло будет вывозить это все. Что-то я не очень понял, а почему у него инкома, как у меня? Он раньше потому что в него текли. Так нет, инком-то он протечек-то не увеличивает. Ну, походу, он просто раньше сделал грейды.
У тебя в двух мы... грейдах еще 800 дерева. Они грейды короля еще не делали, а мы делали. Угу. Поэтому... Ну, да. Что, не шлите сейчас, не шлите? Ну, я заслал уже. Хотя ладно, давайте сейчас слать, пофигу. Короче, сейчас я к тыке схожу. Так. Блин, мы проиграли. Хотя нет, не надо, просто по КД. Тут так уже винкомы двинуты. Женя что-то там недоволен. У него-то 10-10, а Валуе такое же. А инкома на 200 меньше. И Валуе будет все проседать и проседать. Так что... Блин, жалко, что мы проиграли, конечно. А сколько там? 200, 300, 500? 300, наверное, да? 500. 500 каждому? Да. Это 2000 голды, это... пипец. Да. Половинка инкома твоего. А, ну да. Ну ладно. Ну, песок умеет успокаивать. Так, что делать? Песок камбэкнет, там все будет хорошо. У него инкома много, это очень большие инки. Очень. Чемпов все нажмите, кроме песка. Почему? Я, может, тоже хочу нажать. Ну нажми. Ну, посмотри. Так нечего делать, а тут как бы кнопочку нажать. Подкормишь нас. Дискриминирует песка вообще, да. Так а что, он, наверное, уже не кормит? Не-не-не, он уже кормит. Я наоборот только начал. Несъедобный песок. Так, ты что там? Что там? Мега Клокверк. Почему здесь чемпионы маленькие по размеру? Я не понимаю, надо увеличивать модельку. Тим, поставь, пожалуйста, Т1 штучек 9, так же, типа, как кольтов. В Хеллхауте тоже. Ну, типа, можешь перед кольтами даже их чуть-чуть поставить. И не улучшай их до 17 волны. Они стоят там 25, просто они у тебя должны быть. Ну, я думаю, сейчас Тауренов можно сделать несколько. Или они здесь слабые? Я бы тебе вообще ничего не строил. Можешь поддапать кольтов, потом поставить Т1 вот ряд и там чуть-чуть их улучшить, например, да? А то урон здесь слабые, что ли? Да, и ничего не делать, там разочек состанет и все, типа такое, короче. Ну, танкуют, хорошо. Не-не-не, это просто деньги на ветер, короче, в среднем. Короче, лучше не строить юнитов, которые за свою ценную стоимость не делают нормально. Очень клевая аналитика. Которые не топ за свои. Нужно строить юнитов, которые хорошие, а которые не хорошие, не строить. Ну, прям так и нужно. Xiaomi, да? У меня iPhone SE старый. Сенсорный хотя бы? Да, еще уже сенсорный. Вот прошлая модель айфонов еще была не сенсорная, вот это первая. А была вообще не сенсорная модель? Ну вообще, этот, первый же айфон самый такой, он уже сенсорный был. Ну так это мы идея, да. Фермы не забываем, там шлем, пофигу уже, чё. Я сразу на 20 лимита проапал. Не, ну не пофигу, чё, не надо там. Ну понятно, демонов не надо там. Так. Я, походу, спамлю фениксов. Я строю баншей. Да, баншей прям штучек 9-10, 8. А ну, что баншей умеют вообще делать? Они дают замедление и уменьшают скорость атаки у юнита. Это очень... Это самый лучший дебаф практически в игре. 12-ю не чемпуйте. Сейчас к нам приедут, будем еще кингапать. Можно даже не докидывать, да, вы не докидывали, не докидывайте. Вон, Вадим не докидывал, не докидывай. Все равно ты голду от этого не теряешь. Успел. Ну я построил будущих этих, будущие розочки, ораклов. Надеюсь, они тут работают. Да, работают, но еще лучше бы ты их вообще назад ставил, эти розочки. Вот переднего нафиг, короче. Ну почему? Черепахи придут, бесплатно убьют юнитов там. Ну, если там фениксов построить, то нормально, если мили. Бесплатно. Только если танки, наверное, туда поставить, которые 600 рейнджи. То есть сейчас тупо сидеть, ждать сильных юнитов, ничего не строить, что ли? Да. А, ну и чемповать, наверное, надо было. Вот ты можешь поставить одну варденочку, одну, да, немножко папать баншей и чемпануть на 13, да.
Warden как 13, конечно, не самое лучшее. Но я смотрю, у тебя четко супер дальние РНЖ в основном. Танков вообще почти нет. То есть, а видимо... мне повезло просто, РНЖ имбовые. Вот эти. Ну, как, вот эти зевсы плюс турели. Турель, наверное, лучше пирс. Еще есть лучше, наверное, влейт лучше, это виверны. Песок затягивает стратегически. Что-то... О, все, можно кидать. Можно Димасик кидать. Меня на 1600 валуи опережает. А почему у меня драгон... Чего? У меня грифонятня стоит. Штарелка. А, ну туда нельзя строить, да. Минус бабки. Круто, мне грифонятня, блин, взяли, сломали. Вообще заскамили. Ну, он тебя не опережает, у тебя было 1200 голды недостроя где-то. Поэтому у тебя, по идее, больше на красном вал, чем у Фиола. О, а кто-нибудь этот, кто-нибудь на Ютубе натыкался на инфо-цыганина такого в очках с длинными относительно волосами, у которого все комменты про кладовки, не? Вообще тема. Вадим, этот инфо-цыганин сейчас с нами в комнате. Да не, короче, чел какой-то, я даже не наткнулся на это видео, он рассказывал, что надо инвестировать в кладовки, и если вы там покупаете квартиру, то вы тупой, ну, в таких довольно экспрессивных выражениях это все рассказывал. Вот. И с тех пор, вот о чем бы ни рассказывал, какие бы свои курсы ни продавал, все равно все комменты типа про кладовки, что типа, а вот если бы ты купил кладовки, и всякая такая фигня. Это так забавно вообще. То есть просто под каждым видео где-то 300 шуток про кладовки. Не знаю, выглядит довольно забавно. Если наткнетесь, то ну, как минимум поймете, почему человек рассказывает про там разницу между инвестициями богатых людей и бедных людей, а у него все равно... Вадим, смотри, посмотри, где я буду сейчас бежать. Я вот, ну. Вот здесь можно тебе строить, если что. Вот один ряд вот здесь, это твой. А-а-а. Вот так, чисто. Окей. А, то есть юниты как у песка не пропадут. Как у песка нет, видишь, у него первый грифон и первая виверна нормально. Чемпа забыл. А остальные плохо, да. Чемпа забыл, отстой. Ну вообще надо бы, чтобы здание отменялось просто вне, в запрещенном месте. А да, всем впадло. Что-то делать. 27% замедления получается, неплохо. На 9 секунд. Это у кого? Большие. А, у них самая сильная третья форма. Вторая она просто замедляет, а третья скорость атаки еще замедляет. А у катапульт тут есть мега-режим? Ну, тир 3? Нет. А гидры что? Нормальные? Гидры, да, гидры можешь строить. Ура, разрешили. Т5 можешь строить и гидры. 14, кстати, достаточно может меня разнести, наверное, на 14 босса не надо. Я, кстати, и здесь втек. Там голема прислали. А, да, они и бегемотов, и големов шлют, да. Больно. В честь чего? Да просто, чтобы волны длиннее были. Они все завидуют хорошо. Нашему инкому просто. Песок отбился, офигеть! Ну я просто понял, что я не один такой умный. У нас есть кому спасать ситуацию. А, да, и ты решил, как бы, что можно в полную силу воевать, да? Ну да. Сейчас чисто на мне все держится. В нашей команде, по крайней мере. У них там тоже кто-то втек. Явно не желтый. Кто не втекает-то? Зеленый не втекает, розовый не втекает. Оранжевый, наверное. Раз слева. Всегдач. Всегдач тоже задрот во все карты вообще, в принципе. Ну так. На словах точно, да. А вот как-то на проверке всегда не получается, да. Не, короче, страта инсерта экономить деньги и не слать, и, ну, типа, не строить войска не очень. Ты начинаешь текать. Но с другой стороны, ладно, чуть-чуть. Да куда ты пошел? Потом спасибо скажешь. Хотя ты не поймешь, но потом спасибо как, скажешь. Ты прям как мои родители в детстве. Вадим, потом спасибо скажешь, что на магистра пошел. Так, ну я строю гидр прямо на максимум. Ну, апайся, да, нормально. О, ты, кстати, очень классно гидр поставил, мне нравится. Спасибо. Не, с магистром, я помню, еще у нас было, типа, ты решаешь, ты идешь на магистра, так, где, какой там некролайт, хардстоппер, да, по-моему? Да, хардстоппер.
Ты идешь, короче, выбираешь направление. Ты выбирал после третьего курса. Ты идешь на магистра дальше, ну, на бакалавра-магистра или на специалиста. И я подумал после третьего курса, ну, типа, пока еще пойду на бакалавра, чтобы потом выбрать кафедру уже после бакалавра. Ну, типа, год у меня будет выбрать, подумать, куда я все-таки пойду. Угу. И потом ровно через год закончился бакалавриат, и я думаю, блин, а надо же было подумать, на какой факультет я пойду в итоге. Так, год вообще не помог, если честно. Но в итоге я пошел на факультет, куда мой лучший друг подался. Но он что-то не прошел в итоге. И я в итоге там учился. Не очень получилось. Смотри, у тебя самый лучший юнит пришел, Вадима, Т6. Это лучшая танковка в этой карте. Подожди, конь лучшая танковка в этой карте. Ну нет, конь лучшая танковка на ранней стадии. На до 10-й там, он, у него блок урона. То понял? Есть поэтому ты мне сказал на 10-й построить коней, да? Потому что тебе вообще не было танковки. А, у тебя какой вот там лучший юнит? Скажите, пожалуйста, я не вижу. Вот здесь Т6, стимы на все деньги не обычных их надо поставить. Т6, то есть танк. Вот танчики вот здесь. Да. Ну у меня просто один ФПС был там, как бы не посмотришь. Виндиго имеешь в виду, да, короче? Нет, он имеет в виду танк. Нет, Т6, шестой, танки. Окей. Я просто как в героях думаю, считаю с конца, что самый сильный юнит это Т7. Т7. Слева направо, шестой, на синие апнутые. Блин, стратегия не... О, зато враги постарались. Да, враги вообще тащат. Это мы им еще таких модов не посылаем. А, ты кинул голема? Чтобы кто-то протек. А, ну я-то тоже кину голема. Вот скоро мы перестанем быть френдли. Так всегда начинается. Да не-не-не, тут уже будет по-любому 20-е. Тут невозможно проиграть быстро. Очень хорошо затянуты были. Ты нас где оцениваешь? Мы справимся. Мы на 15-е обычно отдавались. Ну. Ну, в будущем, говоря, я могу понтануться и сказать, у вас не было нас тыкой. Вы же, в будущем вы же тоже пройдете далеко. Ну, не знаю, я бы не стал спойлерить по поводу будущего. Я в будущем про другую версию. Я понимаю, вот я и говорю, я бы не стал спойлерить про будущее. Ладно, простите. Так. Чисто вот этих каталок неапнутых ставить, что ли? Да, неапнутых миллион. Только слева стены не ставь, вот в последнюю клетку, они уезжают далеко. Ага, блин, вот, да, лимит заканчивается, пипец, я там на будущее наапал миллион. Ух, гидрение. Так, давай там ферма, блин, вот долгая ферма, это вообще проклятие какое-то. Главное, зачем? Вот на каком этапе создания карты автору пришла в голову мысль? А давайте затянем. Да. Блин, надо было пехотинца продать, я забыл сказать. Короче, было бы клево, если бы еще ты пехотинца одного или двух продал, чтобы еще одну поставить. А, ну да, это ладно, это я еще тоже что-то строился. А вот эти танки, я так понял, надо же улучшать к будущему, или пусть они так стоят? Да, да. Ты их будешь улучшать сейчас, Северо. Они хороши в улучшенной форме. Сейчас они ничего не делают. Не, ну вряд ли. Нет, думаю, не сольешь. Надо построить ускоряющее дерево, замедляющее дерево, явно. Чё бы ты там не сказал? Даже если ты скажешь, что... Ускоряющее, да, замедляющее нет. Почему? Ну, оно на 20-й тебе не поможет. Строй на 21-й тебе не поможет. На 17-й мне поможет. Сейчас кому-то... Сейчас к Жене придет голем, он психанет, пошлет демона. 17-й убивается салат. Вы можете умереть только на 19-ю. Ну, 19-й уже милишники. Короче, ладно, ты можешь меня не слушать. Слушай, ну у меня 17400 валуе, я такой говорю, давай я 300 валуе потрачу на замедление, даже если оно бесполезное. Оно как бы вряд ли будет моих юнитов замедлять, знаешь, наперекор ускоряющему дереву. Хорошо, делай. А, тут смотрите, тут некромант какой-то. Ой, где? Reduce. Ну, короче, это снижает дамаг. Врагов. А, у него аура, но она очень маленькая по рейнджу. Но он зато без штрафа покупается. Uh-huh.
Вот денег. Нормально. А может сейчас фениксов просто начать строить, не? Не-не-не, фениксы здесь не такие, как в Ирине. Апай просто. А второго тени зачем тебе? Ну просто, если один тени сдохнет, то второй будет. Ну, тогда второй куда-нибудь в закат, вот сюда, вот где-то вот здесь. А того продашь. Чтобы он хотя бы вздыхал не сразу. Да вы задолбали, ферма Грейся. Грейдеся. Ну, стимы тебе точно нужны. Второго тени это максимум. Вот этого продать, стимы апнуть. Ой, блин, ну ладно, уже на тени не хватает. Хотя ладно, я отменю этот, построю все-таки тени. Три армора это нормально. Нормальная тема. Смотри, если ты поставил где-то вот здесь тени, было бы, конечно, грамотно. Я забыл ускоряющее дерево. Так я вообще боюсь лишней клетки какой-то строить. Там выяснится, что в этой клетке, если ты построишь, то ты автоматически проиграешь. Видишь, там... где я построился? Это до меня, ты можешь строиться. Вот я вообще сюда. Не вот смотрел это на твою линию. У меня свои... Ну, короче, я там линию построил тебе, и до этой линии ты можешь строиться. Можешь потом просто присмотреться, и все это твое, короче, дальше. Все просто прими. Смотри, Симба. Все это твое. В моей голове тема про кладовки была смешной, блин. Ну, короче, если на ютубе наткнетесь, реально тема. Напишите про кладовки. Серьезно, кладовки стоит покупать? Я, может, это задумался. Задумался инвестор в кладовки. Ну, не знаю, наверное, если... Я не знаю, вообще кому нужны кладовки? Типа это людям в маленьких квартирах, где кому негде хранить велосипеды свои всякие, или что? Я не изучал. Можно сдавать уборщице домовой. Ага, очень хороший инвестор. Не знаю даже. Я шарю только в более-менее в квартирах в Таиланде, и все. Там просто. Просто берешь район, где хотят жить все туристы с большими бабками. Че, качаем этот? Дарк или Ройл? Да мы слить не можем. О, я один дефнул, да? А вы чемповали или что? Нет. 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 Нет, мы просто строились. А, я дерево построил. Ага, ну, Вадим, как всегда. Какое дерево? Замедляющий. Это пофигу. Ты. Ладно, короче, тини второй. Это представь, второй тини это 650 голды. Почему 650? Да. 350 плюс 240. Ну еще больше даже, значит. Это ты мог апнуть 2 стима. Так, какой презенс-то качаем, не? Подожди, я посмотрю, сколько я дефну. Ну по идее, дарк. А, хотя у тебя... Не, вообще у тебя... Нет, вообще фишка этой версии просто строить пушки только вот эти... Только не так эти мид. Гоблинские. Не, и... в этой версии не так. Они намного слабее, чем в той, что мы играли и будем играть в будущем. А чё зевсы-то часть ушли? Не, ну зевсы просто имба какая-то. Ладно, надо стакать, потому что иначе они стоят. Стакните мне вон все это. Стакните. А про кладовки даже не знаю, кому вообще нужны кладовки. Чёрт его знает. О, слава богу, они тэпнулись, не стакайте. Не надо! Да никто не стакает, они сами идут, все нормально. Я видел. Кто-то, а, это песок, что ли, диверсант? Он одного стакнул юнит. Лол. 100% кстати, за кого-то дают. Пипец, мы инсерта фармим, конечно. Это за меня. Ну, он вкладывался всю игру, и вот теперь... Дивиденды. Дивиденды возвращаются. Кладовки купил, арендные платежи приходят. Он как кладовки на колесиках у него. Ну, у нас меньше протекли, чем у них, там 140 еще. Но он, у него хороший пик, он все дефнет нормально. А, ну у него тоже зевсы, да эти. Но у него еще дриады, получается. Дриад у него стимы, которые у тебя есть. Если бы у меня были еще стимы, я бы вообще в салат дефнул. Это ассаулт и стим танк, если что, кстати, это другой же танк. Стим, но у меня нет стимов твоих, а у него есть. Так скачай стим, он бесплатный, блин. Нет, в смысле, этот танк, ассаулт танк называется. А, стим ты имеешь в виду, это не улучшенная версия? Который у тебя... Steam Roller он называется. Да, Steam Roller. Так, сейчас посылаем, да? Да, да, конечно. Так, ой, блин, у них кинга больше, чем у меня. Не, ну реально, получается, вот зевсы, пушки, два наших профи, чисто ими играют.
Это дело даже не в этом. Дело в том, что 6 человек на карте втекло на всю волну. Блин, а что-то пипец они короля дамажат, но они хил, наверное, не потеряют, да? Хотя сейчас презент закончится. Или презент долгий? Да нет, не долгий, он все равно дефнится нормально. Там просто мало дошло. Это без хила должно быть. По-хорошему бы потеряли, а то у нас-то один хил потерянный. А, да пофигу. Надо мне быть, кажется, в конце, когда ты протекаешь, там уже один хил туда, один хил сюда. Это... Мы потеряли во благо, чтобы у нас были валы. То есть там 8 на 200 мобов, мы за счет этого там инк всей карты подняли, и за счет этого мы еще все живы. Надо было просто инком качать дальше, и все было бы окей. Нет. А другие танки, нео-танки, они сильные? Здесь нет. И что, просто... Можешь вообще про них забыть. Mm-hmm. То, что они у меня стоят, это просто потому что строить больше нечего было. Забыл. Ну а что строить-то тогда? Катапульты отстой, да? Апай. Так я все апну. Апай и все, хватит. Просто терпи. Терпи, втекай. Блин, я сейчас проиграю, чувствую. Ты ничего не проиграешь, у тебя очень много вал. То, что ты втек ту, это из-за того, что юниты не подходящие для той волны. Ну, Сидж Армор вообще, по идее, хорошая тема. Точнее, Fortify Armor. Так, ну ладно, что посылаем. Ну, если мы втечем вот сейчас или, например, на 20-й, то я думаю, что нормальная тема будет, да? То есть, ну, мы успеем доделать как минимум Presence сегодня. Да, да, конечно. Тем более, ну тем более мы к 20-й-то не шлем. Ого, ты себе чемпиона еще вызвал? Мы шлем 20-й. Зачем слать на 20-й? Мы же сольем. Они нам... Нет, тут 20-е последнее. Тут протечет на 20-й. Тут не так, как на Ирине, ну, в будущем. Значит, тут не так. Тут на 20-е из-за того, что юнитов полезных намного меньше, дефать, в принципе, намного сложнее, да? А 20-е по силе такая же. И из-за этого, ну, намного сложнее дефать просто волну. Соответственно, 20-е у нас последнее, но тыка там разъеты, я думаю, он дефнет за троих, а я за троих не дефну. И все. Вот. Он не переливал. Да, да. Песок, видимо, не на своем ноуте играет. Да, определенно. Песок, вообще обидно, у меня в Tower Survivor, блин, один раз я дошел до 20 минут, ты без взрыва, там ладно, все прогнозируемо. Ты тут? А потом? Да, да. Потом я на 18 минуте, у меня было где-то 400 или, по-моему, 500 тысяч голды, я завис просто на 18-й. Ну, то есть у меня денег было просто до бесконечности. Но без взрыва, типа, ладно, то есть я все равно не прошел без взрыва. Но потом я на 18 минуте тоже с огромным количеством денег, по-моему, еще с большим, завис со взрывом. Это вообще было обидно. Получается, pay to win карта. Да, ну, чел какой-то в комментах написал, что нельзя покупать доджи, миссы. Мне кажется, это сомнительно. Типа, миссы — это же стандартная механика Warcraft. Давайте роял до 6, ребята. То есть, по 1-2 раза нажмем роял, остальное шлем. Может быть, просто 400-600 юнитов одновременно на твоей арене? Это не стандартная механика Warcraft, которая тебя атакует. Ну, я не думаю, что миссы, знаешь. Там есть у тебя какой-то аура, которая всех дамажит каждые полсекунды. Да, хватит. Значит, дальше шлем юнитов. Ну, вот Blizzard, из-за Blizzard чуть подлаги. Ну, из-за ракет. Слушай, если, кстати, лагает из-за ракет, которые совершенно не выглядят... Ну, хотя нет, это часто вылетающие сплэши, не знаю. Ну, ракеты... И причем их, они очень странно работают. Они типа как куча маленьких хитбоксов. И поэтому это может быть проблемой в ракетах. Ну, может быть. Но получается, что, блин, ракеты убивают FPS. Blizzard чуть-чуть убивает FPS. Я их не беру, понятное дело. То есть я под лейт вообще беру все. Ну, ты один... в конце же все берешь, поэтому... Нет, я ракеты не беру. Ну, ты умудряешься еще. Ну, ладно. Нет, ну там уже, когда у тебя ролл там по 4, по 5 тысяч, ты же все равно не это... Ну, сам говорил, бесконечно денег было. Ну, все равно какие-то ограничения есть. Если ты за 4, за 5 тысяч, если ты будешь там 8 раз за волну ролять, это... Нет, я имею в виду, что на ну, я завис где-то там на 16-й минуте и умер где-то на 18-й, соответственно. И с 16 до 18 мне очень много денег пришло, примерно столько же, сколько было за всю игру. Естественно, если бы я их заюзал, я бы дожил бы до 20-й. Но я считаю, как бы, в своей душе я прошел. Потому что...
Еще проблема, что ты 2х играешь. Вот она из-за этого в два раза лагает, как бы. Еще я, получается, это в Tower Survivor встретился с Дредом, который там стример Доты, и Варик играет иногда. И мы с ним договорились. А сейчас что строить мне? Медведи нужны? 6 неапнутых штук, 8. 4 справа, 4 слева, сзади. И Т3, если нету. А, точно меньше. Значит, 7 неапнутых. Ну, ладно, нет, хватит 8. Хватит 8 неапнутых делать. 8 неапнутых и Т3 две штуки. И чё, когда видос с Дредом? С Дредом? Не, мы с ним договорились, короче, что если я выиграю, то мы запишем видос какой-нибудь. А вы будете играть в башне? Или в что выиграешь? Я. Ну, если я. Мы с ним попались в башнях. В одном лобби. Ну да. Ты три-две штуки поставил, как капитанов? Да, поставил несколько штук. Супер. А, это третий уже. Третий, продай последнего. Да, все нормально. Я сделаю 2 улучшенных, 2 неулучшенных, чтобы они точно присутствовали. Жестко, это очень плохо, если что. Почему? Ну, короче, никто так не делает. Просто. Ну, смотри, если у тебя умрет капитан, у тебя армия... Смотри, у меня 25 тысяч в ЛУЕ. У капитана какая там аура? 15% или сколько? Или 20? А мне стимы пришли. Это классно. Блин, я лагаю. Ой, тебе еще стимы пришли. Я бы тебе рекомендовал поставить Т4 две штуки. Т3 штук 8, они нужны, а это дебаф. И стимов на сдачу апнутых. А вот этих вот пацанов, которых ты построил в спине, апнешь потом когда-нибудь? Ну, 20-й. К 20-й, главное, их апнут. Вот, короче, про Дреда я не договорил. Мы договорились, что если я выиграю, то что-нибудь там замутим. И мне вообще ничего не идет. Чисто вот на деф штуки идут. И я вот понимаю, что максимум, что я могу выжить из этой игры, это прожить до 12-й минуты. И вот примерно на 11-й минуте он сдох. И я примерно где-то 12 минут и прожил. Потому что мне ни флейм-генераторов, ни катапульты, ничего вообще не приходило. Я просто, ну, на жире выживал чисто. Уже юнитов скопилось безумное количество. И да, мы договорились через, получается, дня 4 после выхода этого ролика что-нибудь намутить. Надеюсь, получится. А когда этот ролик выйдет? Этот ролик выйдет, ну, прям вот скоро, надеюсь. Да, Димасик? Получается. Да фиг его знает. Смотрим. Получается, телепорт. Монтировать-то немного. Вот песок, если бы не лагал, вообще было бы хорошо. А... Не, там просто заказов еще много. Так. Да, шлем. Фиг с ними с заказами. Ты же, когда в ресторан приходишь, ты не ожидаешь, что тебе вот сейчас принесут. Угу. Это вот всякий фастфуд. Но Вадим-то. Я не могу. Да. Как не Макдональдс? Че, надо Water Lemon строить, да, говоришь? Water Lemon. Короче, ты 3 штук 8. Да я понял, я шучу. Ну, Water Lemon построю. Ты надеюсь, что нет. Ты меня недооцениваешь. Че мы так? Мне строить. Грусть. У тебя вертолетик вон есть. Строй коня, лучшие танки до 10-й. Не, вообще шикарно, советовать на 10-й строить лучших танков до 10-й. Да нет, они всю игру полезны. Что ты? Ну блин, все загрейжено. Может героя поставить? А герой нужен? Ну, если тебе не нужно, я слишком много. Вперед не настраивай, настраивай вглубь настраивай. Блин. Танки же. Вот, застраивай все клеточки, которые у тебя вот свободные. Спереди продай. Так, Дима, ноги эти. Они потом, как знаешь, как такие второй волной доедут, и будет кайфово, поэтому. Надеюсь, я успею. За 15 секунд, надеюсь, построить эти стимроллеры, блин. Да, еще можешь. Мог еще сделать, ну ладно. А, не апнутых же надо, да, ты говорил? Ну ладно, я уже апнутых построил. От
Да, все нормально. Но мне все равно на следующую волну хорошо. Надо апать вот этих вот тех, ну, престов, Shadow престов, потому что мне кажется, они в неулучшенном формате совсем зашкварные. Не, они что-то делают. Надо очень много денег. А, ну у них тоже есть какая-то обилка, получается. По-моему... Так, и тебе нужно баншей и вот этих вот парней апнуть на следующую волну. Ага. Сначала апаешь там штук 5 баншей, потому что они черные, очень важны. Даже не так. Наверное, банши в приоритет, наверное, даже. И потом вот этих вот пацанов, да. Ну, баншей, получается, разведение лучше, чем у пацанов. Вот пацанов там очень крутая горелка, когда ты апнешь, потом почитаешь. Вот RLM, кстати, мне помогает. Кидаем на 20, короче, кода, виверны и фурболги. Надеюсь, не слышно, что я жую черешенку? Конечно, слышно. Вот что теперь именно... мы начали прислушиваться. Теперь слышно. У меня вот RLM внутри танка залез, лол. Смотри, сейчас замочит что-нибудь, он заржавеет. Надеюсь, пауков замочит. Ну, пауки вроде не выглядят сильными. Но что-то прям плохо с FPS-ами. Может, кто-то ракеты взял? Я все еще не понимаю, а почему мы на 20-й засылаем? Ну, потому что, типа, мы все равно сольем на 20-й. По-моему. Если отобьем. Ну, типа, так можно было на 10-й сказать. Ну, типа, сольем игру. Ну, если всю игру так играли, ну, то, типа, как бы, может, это... Ну, можно. А что, а дальше 21-е и потом кино. Как бы, да. Потом так... кино, несколько волн. Виверна и кода? Виверна, кода и фурболги. Все там нажмите себе еду на 20-ю, а все уже прожали, да, молодцы. Ну, конечно, надо будет буду... с этими грейдами долгими. Сейчас на 5000 буду строить грифонов и. На 5000, ого. Смотри, только Т2 поставь еще 3 штуки где-то позади, чтобы они выбежали, пару тычек дали, это минус армор. Ага. Т5 на песке. Тоже Минусарон более крутой, их можешь только 4 поставить. И фениксов на песке. Окей. Кайф. Что-то я так и забыл. Какая, песок, у тебя тема диплома? Ты говорил, нет? Я не говорил. Я... После этого, да. Я не знаю. А ты не знаешь, как тебе... Не, ну если месяц остался... Мне ее поменяли вчера. Мне сказали, типа, по запросу кафедры, сказали, типа, поменяй тему на вот эту. А, прикольно. Там, типа, схожее название. Но все равно. Апаем сначала всех вот этих вот, да, баншей, потом... Потом апаем вот этих ребят, которые... Дарк Присты. Не, потом сначала Варлоки. Варлоки меньше дают, чем вот эти вот. Варлоки снижают кабаны. Армор, они увеличивают урон по черепахе. Да, 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 потом почитаешь кабана. Кабана? Ну, когда достроишься. Да, что, готовимся? Глаз у всех должен быть открыт, если кто-то закрывал. Что за глаз? А, значит, не закрывал, все отлично. Мои глаза всегда открыты. My eyes are open. Зак-зак. Я сейчас завидую чувакам, которые... А, ну ладно. Досмотрим волну. Хотя сейчас лагать все равно будет. Не, ну тут хотя бы, может, 10 крипов. Может, получше будет. Чё вот меня должен дефнуть. Сейчас бесит на Ютубе очень сильно, что Ютуб как будто бы открывает и закрывает кран вот на твои видео. Это вообще пипец. То есть, выходит у меня ролик, если он зашел по просмотрам, то, типа, что получается, он набирает очень сильно, в том числе он даже ночью добирает, ночью по московскому времени он добирает. Я помню, в Таиланде, когда там во Вьетнаме жил, просыпался, как раз уже в Таиланде утро, а в России вообще какое-то время, ну, такое совсем неадекватное, ну, там, в России, соответственно, в Украине, в Казахстане, откуда меня смотрят, ну, типа, в Таиланде... 9, в России 5. В Украине, соответственно, может вообще 4 быть. Да? Минус час? Нет? Ну, в 4 как раз. Кто-то еще не спит, кто-то уже. Ну, в 4, ладно. Но потом... Но в России 5 часов утра.
просмотры идут нормально. И потом вот в какое-то время все, как кран закрывается. Резко, ну, то есть начинается нормальное время какое-то. Понятно, что кто-то на работу, кто-то на учебу, но все равно мне кажется, что люди за компьютером 12, в 13 часов все-таки активнее сидят. Ну, мы выиграли. Ну да, мы почти не отбили, как и предсказывали. Ну, да. Они втроем протекли, и интересно, тыка почему? Не сильно дефнул. Ну, тыка очень плохо дефнул вообще. Ну да, для своего вала бывает. Ничего страшного. Короче, сам такая карта. Мне в последний момент сказали, что давайте теперь засылать. Они знали, что 20-й... Да, знали. Как они знали? Какая-то телепатия передала. Мы же общались, и до этого еще мы обсуждали. Вы до этого общались, а сейчас перестанете, я чувствую. По валам было видно, что 20-е последнее. По валам. Ну видно, что мы не дефнем, да? У нас все зашибись. Ну, видно, что 20-е последнее, да? Я сейчас вижу. Короче, я знал, что Вадим точно дефнет. Знал, что я дефну. Чего? Ты говорил, ты единственный, кто дефнешь. О боже. Я Вадиму все подсказал на тему ему банши, и вот эти вот кабаны, они убивают, еще и кольты есть. Это все то, что убивают салат 20-е. А потом, как обоснование того, что давайте засылать, ты сказал, ну, я троих не отобью. Понятно. Короче, да. О, зато тыка больше всего чемпионов затыкал. Единственное. А так, все. Всем пока. Ютуб, не закрывай кран просмотров. Да это же реально бесит, что ночью просмотры идут активно, потом в какой-то момент хоба и все. То есть ночью там 1000 просмотров за час. Ну, уже для ночи это нормально для моего канала. А потом нормальное время, там с 13 до 14 или там с 6 до 7 вечера уже следующего дня, уже 300 просмотров в час. Вот это вообще бесит. Короче, сделайте что-нибудь с этим тупым ютубом. Подписчики повзрослели, нашли работу. И теперь смотрят по ночам, да? Да. Ну ладно, тогда с 8 до 9 вечера следующего дня. То есть он вот кидает рекомендации, причем ну так жестко прям. Вот, может быть, тогда надо, если такое окошко открывается для, ну, продвижения в рекомендации, может, надо раньше видосы выпускать, чтобы это время приходилось не на ночь, а на день. А потом реально хоба и все. И я вот смотрел недавно, у меня типа утром сегодня ролик, у него было 20 800 просмотров. А сейчас, по-моему, 21 500, что-то еще, то есть за целый день набралось 700 просмотров еле-еле. Хотя до этого просмотры текли просто в космос. Короче, здесь делайте что-нибудь с ютубом, всем пока.